Хасановых сегодня горе. Их сын, 20-летний Аблайхан, погиб при жутких обстоятельствах. Парень был вторым ребенком в семье и учился по гранту на втором курсе одного из алматинских вузов. В ту злополучную ночь в бизнес-центре Аблай оказался не случайно. Он подрабатывал монтажником, но рассказывать родителям об этом не стал. Наверное, на работу он устроился, чтобы не просить денег у нас. Я даже не знала, что мой мальчик работает. Именно в тот роковой день у меня не было времени, чтобы с ним пообщаться. Говорят, что была возможность спасти погибших. Почему их не спасли? Погибли молодые парни. Они были будущим нашей страны. Почему их не спасли? По словам родителей, отдел, в котором работал Аблай, на ночь запирали снаружи. Именно поэтому в момент пожара ребята не смогли выбраться из смертельной ловушки. По словам родственников, ни о какой компенсации со стороны Алматы Тауэрс речь пока не идет. Ни о какой компенсации нам не говорили, даже прощения не просили. Спасибо институту, в котором учился мой сын. Представители вуза организовали транспортировку тела и оказали финансовую поддержку. Но что нам теперь делать? Придется смириться с тем, что нашего сына больше нет. Его мы похороним рядом с нашими родственниками. Напомним, крупный пожар произошел вечером 6 ноября в бизнес-центре Алматы Тауэрс. На следующий день после происшествия было обнаружено 5 тел. Погибли студенты алматинских вузов. Ранее сообщалось, что в результате этого пожара погиб 54-летний сварщик. Таким образом, количество погибших составило 6 человек. Рауль Габитов, Мурат Одинаев, Абзал Турабеков, новостная служба телеканала ТВК.